Какое магическое время, это рассвет. А вы встречали сегодня рассвет? Напитываемся энергией рассвета, утра, свежести, любви и счастья. А вы хотите встречать рассвет на Бали, фусизнес на вилле со своим любимым? Тогда так ему и скажите. А что же необходимо, чтобы насладиться рассветом на острове Бали со своим любимым? Нужно научиться любить себя и наслаждаться, суметь уловить эту энергетику, этот драйв, рассвет, это магическое время, когда ночь покидает, так скажем, землю, и наступает утро. Что же необходимо, чтобы вот приехать на виллу Four Seasons и истинно насладиться, понимаете, этим невероятным частным бассейном? Выходишь с виллы, там совершенно шикарный бассейн, совершенно шикарная вью, вид, шикарнейшая природа. Кто считает, что самое главное иметь деньги или попасть туда? Некоторые думают, ну вот, были бы у меня деньги, поехала бы я на эту виллу, а там уже как-то вот, в общем. Ну, в принципе, да, как-то, в общем, ну, тоже великолепно, просто посетить, пожить на шикарной вилле, такой с частной открытой беседкой, с этим эксклюзивным диванчиком. Вид на воду, понимаете, там такие, ступенями на возвышенности этот отель. Вот. Ну вот так, чтобы встать с утра, встретить рассвет, ты еще с любимым. Ну, начать встречать еще внутри этой виллы. Там, знаете, такие обычно очень шикарные видовые окна. Шикарная кровать в светлых таких тонах с белым балдахином. Там можно прямо вот открыть, отодвинуть эти занавеси, и будет шикарный вид, встречать рассвет. Там можно прямо это делать на шикарной кровати. Но так, чтобы вот насладиться, понимаете, вот насладиться, открыть эти двери. Такие, знаете, как вот там такой, такие вот эти вот они, в бок, знаете, как-то раздвинуть вот это вот и выйти к этому бассейну, к частному, это частный бассейн при вилле, такой небольшой. Кстати, это мою видеозапись, я как раз
Ну, я хотела, знаете, вообще хотела это написать, поскольку я вчера загрузила такой вот этот вот отель, вот, Four Seasons на Бали, и подумала написать это вот, к этому видео, что я там была в моем свадебном путешествии с моим бывшим мужем. Так что вот, в августе 2003 года. Ну, потом решила, сегодня такое очень магическое, магическое очень утро, вчера такой гром гремел, такая шикарный дождик прошел в Петербурге не один раз, а гром гремел аж на самом деле вчера неоднократно, дождя. Мы дождя ждали весь июль, а после дождика дышится, понимаете, совершенно восхитительный воздух. Так вот, чтобы вот выйти к этому бассейну, окунуться. Там, кстати, все располагает для того, чтобы там можно, знаете, вот это вот выйти без, даже без купальника, вот так вот, вот это, к этому бассейну, такие шезлонги, вообще какой-то такой небольшой бассейн к частной вилле. По телефону заказываешь завтрак, там привозят, завтрак приносят. Вот, можно очень такая эта штучка, такая беседка открытая, с таким диванчиком, столом. Прямо на улице. Но она просто такой навес от солнца есть там. Вы посмотрите на видео. Так что вот, так все это там и выглядит. И открытый душ под открытым небом, и совершенно большая зона, такая вот эта вот для, это душевая, знаете, вот эта ванна, отдельно душ, вот. И, конечно, там, знаете, вот эти орхидеи, можно сказать, розы и орхидеи, и прям принять вот эту шикарную ванну. Специально даже, знаете, там можно даже такой заказ сделать, специально наполнят ее, знаете, вот этими лепестками вот этих орхидей. Представляете? Ну, можно это сделать и самим, там, выехать, купить орхидеи и, в общем, это организовать в этой шикарной ванной комнате. Принять такую ванну с лепестками орхидей или со такими цветочками, прям, знаете, вот такие вот, прям сделать эти цветочки, они будут прямо вот в этой водичке. Так что вот. Принять душ на открытом воздухе. Представляете, какие возможности? Ну, чтобы насладиться и этой кроватью с этим белым балдахином, и этой ванной, наполнить ее вот этой там уже специальные средства и средства для принятия ванны. В общем, вы поняли, да? То есть там все это прям прилагается. Но для этого нужно внутреннее состояние, понимаете? Внутреннее состояние, насладиться этим. А какие там завтраки? О, шикарные. Выбираешь по меню, вот, привозят. Прям привозят, приносят этот завтрак. И там, в общем, на улице, в этой открытой беседке, на этом удобном диванчике. Ну, может быть, это не совсем будет завтрак, а уже ближе ланч такой.
просто если вы меня спросите, я вам просто рассказываю про эти шикарные возможности. Ну, тогда был 2003 год, а сегодня у нас 2021 год, сегодня у нас 29 июля. Раннее утро в Петербурге. Сколько лет прошло? Просто если вы меня спросите, Татьяна Салмановна, а вы принимали там вот ванну? Нет, я не принимала ванну. В бассейне, да, там, в общем, днем как-то в этом бассейне, в общем, вот это вот. Но сказать, что вот так вот, чтобы вот насладиться, понимаете, вот этой виллой, вот этим вот бассейном, это нужно иметь такое внутреннее состояние, такой настрой. Вот так вот полюбить себя, чтобы этим наслаждаться, истинно наслаждаться. Ну, еще, конечно, иметь некоторые представления, что, понимаете, если вы там заказываете свежий сок, и вам говорят, какой вы хотите, в дорогом, в одном из этих дорогих вообще ресторанов могут принести на выбор любые соки. А если вы заказываете, например, как там, ананасовый, то что вот, представляете, сколько ананаса они могут выжать вам в большой бокал с соком. Если вы говорите, да, хочу ананасовый, свежевыжатый. Представляете, сколько они могут ананаса выжать свежего в этот большой, огромный бокал вот с этим соком? Я не знаю, пол ананаса, а может быть целый ананас пойдет. Представляете? А вы так просто захотели, вы, наверное, подумали, что это просто Питер, просто это сок из пакетика, который можно, знаете, целый там вот этот литр выпить, в принципе, там, ну, как там ананаса, там, сколько-то процентов. А если съесть целый ананас, ну, в общем, это я просто к тому, что, ну, так, в общем, как-то немножко нужно. Такое представление, понимаете, вот эти вот, ну что такое представление, насколько вообще вот это вот, как-то вот. Одно дело, знаете, несколько долек ананаса после хорошего ужина, вот, или с завтраком там несколько долек ананаса. Это я о чем? Это я о любви к себе. Ну и также о магическое время суток, это утро, и правда, магия рассвета, в этом что-то невероятное. И, честно говоря, правда, в этом что-то есть невероятное. Сегодня проснулась рано, занималась, делала такой самомассаж ног, так что вот. А вы уже успели, так скажем, подойти к зеркалу, налить в бокал или стакан водички, подойти к зеркалу и сказать, что вы любите себя и принимаете себя такой, какая вы есть, что вы красивы, что вы здоровы. Татьяна Салмановна это уже сделала.
Так что вот. Также я поставила мой кошелек. У меня такая сумочка волшебная, кошелек на зарядку. А как это делается? Сейчас я вам объясню. Включаете зарядное устройство, которое идет к мобильному телефону, и кладете мобильный телефон на ваш кошелек. Ну да, и заряжаете. И ваш кошелек, и мобильный телефон, денежные энергии. Ну, со вчерашнего вечера у меня заряжается. Что еще такого интересного, волшебного, восхитительного? Сейчас поставлю чайник. Чайничек у меня скипит. И буду делать себе такой волшебный денежный кофе. Кофе я предпочитаю с молоком. Сейчас у меня сухое молоко. И шикарный кофе, и молоко. Получается такой вообще кофе-латте. Сделаю себе салат из свежих овощей. Будет у меня такой завтрак. Салат из свежих овощей, огурец со своего огорода и покупная помидорка с подсолнечным маслом, немножко сольки, также нектарин. Ну, конечно, это нужно помыть, вы понимаете, да? Помыть, сполоснуться тепленькой водичкой, все это красиво оформить. Что-то я еще такое хотела сказать по поводу. СМС-ка, знаете, такая любовная СМС-ка любимому. Дорогой, хочу насладиться с тобой рассветом на Бали в отеле Four Seasons на вилле. Ну да, такая СМС-ка. Также хочу вас предупредить, вообще там говорят, что было написано, что вообще этот как бы отель располагает и для свадебных путешествий. Я вот вам хочу поделиться такими, знаете, такими секретиками. Прежде чем ехать куда-то, например, в августе свадебное путешествие, вы просто узнаете, сезон там или не сезон. Вот. Просто в августе месяце там оказался не сезон на Бали. Татьяна Салмановна об этом не знала. В 2003 году, когда мне муж сказал, что я могу выбрать любое направление, куда я хочу, я решила, что вот как-то вот это, я посмотрела Бали. Так что вот. Сейчас Татьяна Салмановна блеснет знаниями. Там этот отель находится на берегу, это, наверное, океан. Он был холодным, это, наверное, океан. И, как говорил Перри, вот там видна Япония. Япония? Так что Татьяна Салмановна точно не знает. Там были японцы под зонтиками, они меня удивили. Там экскурсия японцев была, они под зонтиками. Так что вот там жарко, жарко. Там был не сезон. Вода в этом океане, могу даже ошибаться, море, океан там или что, она была невероятно холодная. Вот. На берегу там почти никого не было. Там, конечно, шезлонги великолепные, но там был не сезон. Купаться там, я не знаю, там в сезон, что там в сезон. Так что имейте в виду.
Ну, а по поводу, конечно, насладиться вот этой виллой, собой, природой, и вообще этим вот частным, вообще вот там такие еще шикарные, знаете, как еще шикарно там сделаны, там эти виллы на таком расстоянии, там никаких вот этих вот там соседских вилл не видно, там вот так вот сделано очень умно, очень шикарно сделано. И вход на эти виллы, которая подороже будет, специальные такие деревянные двери сделаны. Так удивительно, знаете, такие вот такие ворота, такие деревянные. Что еще вход на виллу, такие вот эти деревянные, такие вот эти вот двери, которые так вот распахивают. И территория огромная. Там пешком, там звонишь и подъезжают, такой, знаете, такие эти штучки, такие баги-баги, или как там они называются. Такими мужчинами, которые уже вон там, куда вон там, на ресепшн или куда вы едете, или на пляж, или в какой-то ресторан. Ну, какие-то, Тина Салман, у вас впечатления о Бали? Это, конечно, волшебный, сказочный лес обезьянок, священных обезьянок, это, конечно, обезьянки. Ну, в общем, вот это, да, это отдельная история, да. Это морепродукты, как я люблю, вот это вот, шикарные морепродукты, вот, лес обезьянок, в принципе, небольшой шопинг. Но если вы, например, не загораете, в общем, как-то вот это вот, понимаете, да, если вы не любитель загорать, а ходить под зонтиком, вода в океане там холодная, ехать из-за этой виллы и из-за этого бассейна, ехать из-за атмосферы, или просто как бы, ну что я там вот была, да, посетила. А ехать просто из-за, так скажем, вот этой вот виллы, вообще шикарные отели, и, в общем, вот этой вот территории, частный бассейн, и вообще все вот это вот. Ну, этим, как бы, вот, нужно уметь наслаждаться, это мое такое мнение. Просто в том же августе, если, например, это август, можно поехать куда-то в другое шикарное место, где будет, наверное, теплая вода, где можно будет купаться, в общем, вот это. Или посетить больше каких-то экскурсий. А, еще темпл. Знаете, там у них еще вот эти вот такие штучки. Такие, знаете, очень. Знаете, я вообще вот такой любитель посещать, где бы я ни была, всегда, знаете, вот эти соборы, храмы, а у них такие темпл. В общем, на самом деле, такие религиозные вот эти вот, очень такие, очень так у них как-то все это такое необычное. В общем, да, необычное. Вот. Ну, я бы сказала. Ну и, конечно, Сингапур. Лететь на Бали, это Санкт-Петербург, Сингапур, Санкт-Петербург, или даже с какой-то пересадкой мы летели. Точно сказать не могу. Нет, еще была, по-моему, пересадка была. Была, по-моему, еще одна пересадка у нас. Ну, там посмотрите. Потому что на Бали мы летели из Сингапура. Мы были несколько дней в Сингапуре. Это Night Safari, кстати. В Сингапуре надо подольше, там на самом деле в Сингапуре есть что посмотреть. Вот. Татьяна Салмана любит долго спать, до 12, пока Татьяна Салмана проснется. Как-то вот на самом деле, а, еще по тем временам, если не сказать, Татьяна Салмана, мы будем встречать рассвет в 5 утра, если бы мне муж сказал, мы ставим будильник, мы будем там, во сколько их там рассвет, я не знаю точно. Вот, если бы мы там легли в 12, и он бы меня стал будить и стал бы говорить, сейчас будет рассвет, мы сейчас будем его встречать, вот это вот. Так что вот, я бы, конечно, так вот, ему так вот вообще, честно говоря, намекнула, что раньше, чем в 11, лучше меня не будить, в принципе.
я люблю поспать часов, вот это. Ну, в принципе, если мы там ляжем в 6 вечера, ну, как я там засну в 6 вечера, если я привыкла ложиться там, не знаю, там в 11, например. Хотя там, наверное, разница во времени. Вот. Вот понимаете, вот оно в деталях, понимаете, может быть разница менталитета, хотя он и не предлагал, понимаете, там чем-то, я просто вам вот уже такой, с такой позиции, понимаете, вот это вот позитивное мышление, смежные науки, тантра, тантра-йога, вот. Он не предлагал, но если бы он предложил, я бы отреагировала, вы поняли, да, я бы ему сказала, знаешь, ну, в общем, ну, если бы очень надо было, конечно, в общем, я бы тогда проснулась совершенно вот так вот, ну да, там рассвет, сейчас посмотрим, короче. Из вежливости, наверное, бы я сказала, ну, потому что за его счет, мы же летели за его счет, а что же я буду ему хамить, что ли, в этом бизнес-классе, вот это. Так что вот. Как Татьяна Салмановна советует, если подарки дарит, если дарит вам какие-то вот эти вот, понимаете, как там, я отказалась один раз, я не поняла, Татьяна Салмановна по тем временам не понимала, дизайнерские украшения, серебряный браслет, я отказалась, я вообще не поняла, серебряный браслет, он сказал $500, я думаю, это вообще, то есть я как-то вот это, ну и он его взял, наверное, обратно сдал в магазин и все, короче. Так что я вам уже рассказывала, что если вам дарят драгоценности, ценности какие-то. Нужно брать и благодарить. Ну да. А не говорить, что как-то не то, чего-то вот это вот. Попридержать, короче, вот этот язык с зубами. Также и по поводу рассвета. Я бы, наверное, проснулась и вот это посмотрела бы этот рассвет и думала бы, еще там что-то вот это вот надо делать, помимо того, чтобы проснуться и смотреть туда. Вот это. Или можно поспать. Точно вам говорю. А потом я ему сказала, короче, ну, мы посмотрели рассвет, может, я еще посплю. Ты там вот этот душ, там еще тем вот это там, давай там в 11 часов, короче. Ты меня разбуди в 11, мы с тобой супер позавтракаем, потом пойдем вот это, поедем на это экскюшн, там вот это. Шопе, вот это, не все. Представляете, какая вот эта вот, разница? Хотя сегодня я, в принципе, тоже немного спала, 3,5 часа. 3,5 часа я спала, вот. Ну, некоторые люди спят вообще 4, так что вот. 4 часа, в общем, как-то, наверное, великолепно себя чувствовать. Я привыкла, конечно, спать не меньше 8 часов. Не меньше 8. Ну, это сегодня я столько спала. Так получается, в принципе, как-то часов по 6, по 7. Хотя несколько дней назад, сколько-то дней назад, я, знаете, если человек любит поспать, я 15 часов легла, и вообще столько там легла, и днем встала часа в 3, наверное, вот это. Поспала, так хорошо поспала. Поэтому, где бы мы с ними не путешествовали, что в Таиланде, что на Бали, что в этой в Доминиканской республике, он знал, что раньше 11, там 10-11, лучше не будить меня вот это. Там, знаете, вот это вот, во сколько там этот завтрак, если все включено, заканчивается, в принципе, вот до этого времени как-то на этот завтрак успеть, вот это, и то там, ну, завтрак закончится, будет этот ланч в этом отеле, где мы были с ним, в Доминиканской республике. Ну, на завтрак не пойдем, пойдем на этот, пойдем на ланч, какая разница, к 12, вот это. Поэтому здесь возникает такой вопрос. В принципе, если вы пошли в такой СМС, готов ли мужчина встречать рассвет? Он, может быть, честно говоря, так же он подумает, ой, она как-то вот хочет этот рассвет, вот это вот ее как-то вдохновляет, магия вот это, она это чувствует. Вот. И, предположим, вы уже поехали. Вот. И он, может быть, честно говоря, ну, если он рано встает, так а чего? Ну, и встретит рассвет, в принципе. Или как-то так сделает. Ну, как-то вот видишь, что, ну да, надо встретить рассвет, что там, вот расцветает, сейчас будем смотреть. Ну, а сам будет
будет думать, так, ладно, значит, я уже встала, получается, рассвет смотрю, что там с завтраком, надо меню это посмотреть, чтобы уже завтрак, короче, вот это вот, подсуетиться по поводу завтрака. Ну что там, уже рассвет настал, давай уже завтрак. А, знаете, что Перри заказывал? Я обычно, знаете, вот это там шикарно, там вот эти вот фрукты, там вот эти клубника, фрукты, вообще такие экзотические фрукты, там завтраки шикарные. Вот. А Перри там, знаете, там очень такой, на завтрак он любил заказывать, что-то он такой салмон, да, вот это вот, рыбу там, что-то такое вот он любил. А рыба там тоже шикарная. Но я не привыкла, знаете, на завтрак, чтобы в 10 есть рыбу. Хотя рыба там была шикарная, но Перри заказывал с утра, знаете, эти шикарные блюда. Вот это вот. Я люблю рыбу. Знаете, вот эти вот такие ломтики Анатолия, вот это холодного копчения, только какого-то такого вот этого копчения, типа лосось, очень шикарно сделано, с такими штучками, в общем, как они там называются, просто супер-супер. Вот. Как бы Татьяна Салмановна сказала, сначала вот это вот мюсли, вот это кофе, вот это сливки, вот это вот йогурты, фрукты, что-нибудь такое, вот эти вот круассаны или что-нибудь такая выпечка, торты, шоколад. Это с утра, ну, часов 11. А рыбу, короче, вот это вот такое, вот это все, это, короче, давайте к часу дня. К часу дня не раньше. В этом ничего не изменилось. Нет, просто если они говорят, что только вот это и ничего другого, тогда это другой вопрос. Такая, тогда это другой вопрос. Совершенно другой вопрос. А так рыба, часа через три вообще просто будет великолепно. Просто великолепно. Просто знаете, вот этим быть, знаете, когда искусство же мы с вами изучаем, это моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуди. Такая звезда, звезда в отпуске, так что вот. Татьяна Салмановна в отпуске, это знаете, такие вот это вот, а, такие заметки, вот такие вот эти заметки из моего отпуска. Ну, вспоминаю мои вот эти вот путешествия. Хотя мы с Димой вчера переписывались, я Диме тоже написала, но он как-то говорит прошлым, я говорю, Дима, каким прошлым? Люди, если они закончили там Гарвард, или у них какие-то награды есть, они это все вывешивают, они этим гордятся, они наслаждаются, я говорю, Дима, здесь даже no comments. Понимаете, когда мне муж подарил 2 августа 2003 года бриллиантовое кольцо почти в 2 карата, на следующий день на свадьбу тоже, с бриллиантами кольцо, уже такое свадебное. И когда мы с ним через там, ну, в общем, вылетели практически сразу, ну, там, жили в Астории, вот. И на следующий день мы вылетели вот в Сингапур, на Бали, в свадебное путешествие. Так что вот. И фотографии того дома, в котором Перри вообще там в Коннектикуте живет, это сколько там комнат, какая там обстановка. Вот, обратите внимание, у меня, как говорится, вот стол оттуда, вот картина вообще, на самом деле, вот зеркало, вы поняли, да? У меня очень много что из того дома. В 2008 году развелись с моим бывшим мужем. Вот мебель вся, которая у меня в спальне стоит, шикарная кровать. Это мебель, ну трон я, конечно, уже позже купила. Это сейчас, я считаю, это кровать королевской. Вот это вот. По сравнению с той кроватью, на которой мы с Перри спали, она была в 2 раза больше, чем вот эта. Шире вообще, вот там и объемы, и вот эта такая намного она больше была, вот эта кровать. Это мне казалось вообще маленькая. Это она стояла в этой гостевой комнате. Просто когда мы с ним были уже где там, ну, в Таиланде мы с ним жили, там, там 3 звезды отель, там, в общем, вот это, в этом путевку я заказывала, также за его счет, ну, здесь с Питера, в Доминиканскую республику. Доминиканская республика, там, в принципе, нормальный был отель. Ну, там был просто отель, в общем, рум был, просто рум, отель,
Вот, это не была вилла, понимаете? Одно дело, я объясняю, вы там посмотрите, знаете, вот выходишь, распахиваешь эти двери, здесь шезлонг, здесь частный бассейн, это вью, и вот эта открытая беседка с этим удобным диванчиком. Так что вот, это другой размах, другой размах. Ну что, мы были с ним в Панинсуле, Беверли-Хиллз, да, еще мы с ним были в таких этих, это наше второе было свадебное путешествие, когда я уже приехала в Америку в 2004 году, вот, мы с ним еще, он так сделал такой тур, вот этот вот, по этим пятизвездочным отелям, мы с ним поехали, в общем, вот, да, осенью, там тоже были шикарнейшие отели, вот, и, в общем, и спа-отели, гольф, как там, Беверли-Хиллз, мы с ним были, в этом 5 звезд, точно не помню, как он назывался, но Беверли-Хиллз, а Санта-Барбара, да, ну вы не ошибетесь. Знаете, там в Санта-Барбара, Санта-Барбара, гольф, гольф-клаб-отель. Так что вот, вы не ошибетесь, вот там мы с ним были. Но я по тем временам не понимала ни этого, ни гольфа, ни вот этого, как-то, ни этого наслаждения вот этим отелем. Там было просто рум в этом отеле. Вот, а так в этой Санта-Барбара, да, в Санта-Барбаре есть такая одна центральная улица, где есть эти шопы. Вот. Пойдете туда, к морю, или там море, или что там, океан проходит, в ту сторону, по этой центральной улице, туда дальше. И там можно дойти до этого отеля. Пешком дошли, по-моему. Так что вот. Я не думаю, что там много гольф-отелей в этой Санта-Барбаре. Там Санта-Барбара это вообще маленькая вот. Я надеюсь, я не ошибаюсь, по-моему, Санта-Барбара это была, потому что он так это сделал, такой тур, понимаете, вот это вот Лос-Анджелес, Санта-Барбара, Сан-Франциско, то есть такие вот эти шикарные города. Там другая фишка, там надо было, если ты не гольфист, я не знаю, почему он выбрал этот гольф-отель, если ты не гольфист, там надо было наслаждаться этими гольфистами. В общем, вот это вот, наслаждаться. И как-то вот себя соотносить и думать, вот да, я и гольф. Я и гольф, я, если я и гольф, то значит я и богатство, я и деньги. Это к чему? Как же вот это вот? Впитываем, знаете, напитываемся энергией богатства. Если те мужчины играют в гольф, это явно не бедные, значит они вот это вот. Достаточно состоятельный, я среди них. Ну да, живу вот в этом отеле, а до этого или после этого был спа, тоже 5 звезд, не помню, где-то тоже шикарное место, спа. Там был не сезон, там было мало народу, но это был такой супер-супер спа. Ну что вы думаете, я этим насладилась, этим спа? Конечно нет, туда даже не пошла. Я просить не стала, он не предлагал, но если бы речь шла, там же надо было, наверное, спа, ну, там, процедуры за наличку, вот это вот, надо было оплачивать это. Там наверняка это, я даже не посмотрела цены. Просто вот это вот наслаждение, понимаете, надо было соотносить. Я и спа, я и гольф, я и спа, я вот в этом отеле, я уже, значит, вы поняли, да, то есть как-то вот себя двигать, знаете, вот это двигать, вот что как к этому наслаждению, вот. Ну, в принципе, здесь не очень много чего изменилось, если бы даже по сегодняшним временам, а по тем. Там, нужно можно было, наверное, $500, наверное, заплатить, там какие-то процедуры, спа, может быть, конечно, дешевле, но, знаете, если бы речь шла $500 положить в кошелек или пойти в это спа на процедуры, даже если сейчас я положу их в мой кошелек, вот. И там, если бы он дал мне $500, сказал бы, что вот там, иди там в это спа, я бы так сказала, можно как-то вот это, ну, а если нельзя, то, конечно, я в спа пойду. Но, наверное, я бы думала, вот это вот массаж, там вот это вот, и как-то вот это лучше бы я, конечно, вот эти вот деньги сэкономила. А с такими мыслями насладиться этим спа, массажем, в общем, этим детоксом. Вот такие вот дела. Что там еще? А, вот этот вот гольф, спа.
спа, потом... А, Панинсула. В Панинсуле тоже было спа, и тоже был шикарный бассейн, где-то там на крыше, на этом руф. Был шикарный бассейн. Ну, мы там просто вот прошлись, посмотрели, что там бассейн, там спа. На первом этаже, конечно, этот бар. Вот это вот. Ну, а приезжать, мы, понимаете, мы арендовали машину, вот эти шикарные отели не сочетались с той машиной, которую Перри арендовал. Я вам не советую подъезжать в Беверли, знаете, нет, подъезжать в этот отель Панинсула, Панинсула Лос-Анджелес, Панинсула Лос-Анджелес, понимаете? На арендованной машине эконом-класса это было неприятно. Это было неприятно. Конечно, если сделать вид, что я там на миллиард, и я такая миллиардерша, и как-то так это, в общем, на такой машине просто вот это вот. Ну вот, но там нужно, там таких машин я даже не видела, там такие вот эти вот машины, лимузины к этому отелю подъезжают, и, в общем, вот это вот. Конечно, арендованная машина, она была вот... Как там, она, я не знаю, можно ли были другие. Нет, она была нормальная. И там где-то в поездках, и вот это, но подъезжать к этому шикарнейшему отелю я вам не советую. Это неприятное ощущение, особенно выходить с этой машины. Когда вот эти вот люди, которые, как он там называется, которые вот этот открывает дверь, там, вот этот, вот эти вот, понимаете, там такой шикарнейший отель, и там. Такие машины, там, он таких машин, наверное, даже и там особо и не видел никогда. И подъезжать на такой машине и выходить оттуда. Не, ну поскольку там, понимаете, если ты уже подъехал, идешь, конечно, он ничего не говорит, но это ощущение не очень. Это я великолепно помню. А так нормально, в принципе, все нормально. И к тем отелям как-то вот это вот подъехали, разгрузили чемоданы. Но вот это вот... К этой Панинсуле это было что-то. Так что вот, вот такие вот дела. Мы с Димой обсуждаем, собираюсь делать прямые эфиры. У меня уже такая немножко, знаете, я уж там организовываю мою страницу на ТикТоке. Вот. И собираюсь такие шорт-видео делать, такие шорт-шорт. Вот. И как там эти, как же они называются? Забыла даже уже. Вот. Прямые эфиры на ТикТоке, да, на ТикТоке. В общем, мы обсуждали вчера с Димой прямые эфиры. То, что мне так и написал, то есть вы как бы просто как бы вот это, или вы хотите как бы все-таки зарабатывать деньги, тогда нужно вот так вот там стрим, или как они там называют, в общем изучаем. В общем, изучал я этот вопрос, потому что, дорогие друзья, я бы с удовольствием включила бы, знаете, мой компьютер, если бы, например, это было подключено туда, там, к прямому эфиру, к ТикТоку. Я бы, это вам прямо в прямом эфире, может быть, для вас немножко рановато. Сколько у нас сейчас? 7 часов утра, несколько минут и 5 минут. Вот. Я бы с удовольствием, знаете, включила бы, знаете, вот эту вот камера-мотор, мой ноутбук. И с удовольствием бы, в принципе, все то же самое сказала вам в прямом эфире. Почему бы и нет? Это такой экспромт. Вообще, Татьяна Салмановна... Знаете, вот это вот, я, в общем, вот этими мастер, в общем, мастер экспромта, там, потому что я подумала, засниму такое маленькое видео. Думаю, сейчас на моем балконе там покажу себе, как-то вот это, думаю, ладно. Потом думаю, может, я это напишу, вообще написать хотела, что-то вот такое романтическое, навеянное, вот этой вот прохлады, понимаете, вот это вот какая-то прохлада, вообще шикарная. Шикарное вот это вот утреннее утро после такого дождика, который прошел вчера. Вот. Что такое романтическое решила написать, потом думаю, мне проще сказать.
потому что писала бы я, может быть, дольше, вот. Может быть, я меньше написала, в общем, точно не знаю. Но сказать, включить видео и сказать мне проще, чем это написать. А здесь, представляете, и в меня можно и посмотреть, в общем, как-то вот это. Ну, я подумала, ладно, сейчас я сделаю такой шот, сделаю маленькое видео. И вот это маленькое видео у меня уже, я надеюсь, мой этот эротический ноутбук заснимает меня, потому что, в общем, это как-то 45 минут я уже. Думаю, сейчас тут я 8 минут позитивчика. Кстати, Салманы Мактум Саев. А если сейчас еще начать, знаете, сейчас это чайничек, кофе, салат, это, знаете, вот еще будет, знаете, на часок, и будет вот видео час 45. Но я думаю, что нужно его, конечно, сейчас уже выключать, 48 минут, сколько там сделать, 48 минут позитивчика со мной, с Татьяной Салмановной Мактум Сайфуддин, вот, и, конечно, уже наслаждаться кофе и, в общем, салатом, в общем, знаете, буду наслаждаться уже шикарной погодой, природой, знаете, шикарной обстановкой у меня дома, моим отпуском, конечно, без, как бы, вот, без видео. Ну, должно быть правильно. Ну, и вообще, как-то я подумала, у меня огромное количество видео заснято, я кушаю, разговариваю, а тут кто-то тут сделал замечание. Я подумала, у меня столько видео заснято, я такая кушаю и рассказываю, и знаете, как там мне сказали, вообще неприлично, неприлично леди с... как бы с пищей во рту, если вот не проживала, еще говорить. А я думаю, у меня столько видео, думаю, я там это салат, и вот это там, знаете, мой там этот, мой этот ресторан La Café de Beauty, вообще мой Life Journal. У меня огромное количество видео заснято, где я кушаю, говорю. Просто обратите внимание, что особо как бы это, знаете, как это чашечка, в общем, как-то это кофе, это и, в принципе, потому что, ну, как-то вот, я не видела, чтобы люди заснимали там вот эти вот, кто рекламирует шикарные рестораны. Ну, там, да, вот показывают блюда какое-то шикарное, рассказывают, все это заснимают. А так, чтобы показывали, чтобы они вот это сели и ели, вот, это как-то я вот не видела. Поэтому я тоже, знаете, как-то решила. Я вообще так думаю, надо сказать, вот это леди, как-то вот это, ну, пойти, что это, вот пить кофе. То, понимаете, так я быстрее это как бы сказала, да, вот пить кофе, есть салаты, в общем, вот это и тоже как сначала нужно проживать, потом сказать. А вот Татьяна Салмановна, понимаете, мысль идет со скоростью света. Вот. Я, знаете, такая кушаю, там это кофе, хочется сказать. Я, знаете, еще не проживала, пока я буду прожевывать. У меня же, знаете, если я говорю, то что, ну, как бы такая вот, ну, то есть вы поняли, да? То есть, наверное, все-таки лучше в таком вот этом вот, наслаждаться это самой. Ну, уже как-то покушать, если там уже хочешь там это заснимать, а уже больше пошло, чем 48 минут. Или все-таки 48 минут. Так и сделаем. Хорошо, 48 минут позитивчика.